первую очередь, это чтобы честный был. Во вторую очередь, исполнительный, чтобы был. Чтобы как-то к народу бы повернулся бы лицом, а не спиной. Как Путин для меня, например. То есть энергичный, но и осторожный, вдумчивый. С людьми общаться должен, слушать их. Хозяйственник нужен для нашего города. Это вот основное. Честным, порядочным, ответственным, чтобы болел не только за себя, а за всех окружающих. Скажите, вот это самое главное.